Привет, друзья! С вами ювелирный салон «Самородок» и я, Александр Каш. Покажу вам видео годичной давности, как я получил инструмент от дядьки Максима. Хочу сказать, что по прошествии этого года и пользования этим инструментом, ощущения от него только положительные. Инструмент сделан качественно, и работая с ним, получаешь действительно удовольствие. А клиент получает действительно качественные украшения. Потому как залог качественного украшения – это хороший инструмент. Поэтому могу вам порекомендовать, конечно, этого человека, мастера, который делает данные железяки. Я думаю, что он будет только рад. Поэтому смотрите, как я его получил. Ну что, значит, вот приехала моя посылка от дядьки Максима. Смотрим, что же он нам там прислал. Так. Давай вот так посмотрим. Проводочки. Переходничок такой. Переходничок вот такой красивый. Красивый шланг. И педалька даже. Так, красиво. Книжечка. Пневмограммер от дядьки Максима. Украина, Львов. Болтики, шурупчики, гаечки. Так. Ну, самое интересное. Просили. Ну, давай посмотрим вот так вот сейчас. Это уберем. С деревянной ручечкой. Тяжеленький. Красивый. Ну что сказать, Максим? Спасибо. И деревяшечка красивая. Железячку мне не положили. Ну вот такая. Будем пробовать. Будем настраивать. И посмотрим, что у нас такое. Дядька Максим, спасибо. Надеюсь, все будет красиво и хорошо работать. Потом покажу. Пластики. Что-то на пластике. Вот тяжелый. Вот так. Смотрим, что у нас тут. Ну вот такое продолжение. Вот так.
такой вот шарик. О, тяжелый. Летает. Так. И досочками. Подставочками. Вот такая. Берем. Это бонус мне прислали. Спасибо. Так. Опа, тяжеленький. Ну что, будем. Будем проверять. Ну, вот такой вот инструментик от дядьки Максима. Красивенький, черненький. Также хочу сказать, что по прошествии года работы с данным инструментом от него только приятные ощущения. Инструмент действительно достойный, качественный. Мне он очень нравится.